Сегодня в администрации района чествовали школьников, победителей и призеров районной олимпиады по вопросам избирательного права и районного молодежного конкурса рисунка «Адыгея. Выборы. Свой взгляд». Мероприятие проводится ежегодно территориальной избирательной комиссии Кашкабского района при поддержке управления образования. На церемонии награждения присутствовали руководитель администрации Заур Хамирзов, председатель территориальной избирательной комиссии Зарема Гурижева, начальник управления образования Асиат Берзегова, члены рабочей группы по подведению итогов. Зарема Гурижева поприветствовала участников мероприятия и выразила уверенность, что ребята будут активно участвовать в общественной жизни как района, так и республики в целом. Будем сегодня чествовать призеров олимпиады по избирательному праву и конкурса рисунка «Адыгея. Выбор. Свой взгляд». Это мероприятие у нас ежегодное, но поскольку в прошлом году была пандемия, мы его не проводили, в этом году вот два конкурса мы решили совместить и вручить призы. И в преддверии выпускных экзаменов хочу пожелать удачи нашим, сегодня у нас три девочек-выпускников 11 класса, но с 9 класса, может быть, тоже кто-то соберется, удачи в дальнейшей сдаче ЕГЭ и поступления. С блестящими успехами победителей и призеров олимпиады поздравил глава района Заур Хамирзов. Я хочу поблагодарить вас за активное участие. Я всегда сторонник того, что олимпийский принцип работы, главное это участие. Тем более, все-таки приятно, наверное, очень приятно быть победителем, особенно вами гордятся люди, которые вас готовили, ваши учителя, естественно, родители. Тем более, в этом году, вы наверняка вы все знаете, нам предстоят выборы в Государственный Совет Кассы Республики, в Государственную Думу Российской Федерации. В недалеком будущем, буквально через несколько лет, вы все станете избирателями, если вы знаете, да, вот в Конституции Российской Федерации прямо прописано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным. Хотел бы всех вас сегодня поздравить с участием, с победой, поблагодарить. И я надеюсь, вы на этом не остановитесь, ни вы, ни ваши педагоги. В дальнейшем будете принимать самое активное участие в таких различных мероприятиях. По решению комиссии олимпиады по вопросам избирательного права победителями и призерами стали 18 учеников старших классов общеобразовательных школ Кашхабского района. Победителями районного молодежного конкурса «Рисунки Адыгея. Выборы. Свой взгляд» признаны 12 школьников. Номинантов и их руководителей глава района наградил благодарственными письмами и денежными призами. Завершающей нотой мероприятия была фотография на память.